Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную закуску из молодых кабачков. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Берем 700 граммов молодых кабачков, срезаем у них хвостики, а затем натираем тонкими слайсами прямо в контейнер подходящего размера. Объем моего контейнера 3 литра. Толщина кабачковых кружочков примерно 2-3 мм. Добавляем к кабачкам 20 граммов измельченного укропа, 100 граммов порезанного кольцами репчатого лука, 20 штук порубленных ножом листиков мяты, 2 зубчика пропущенного через пресс чеснока, 1 чайную ложку соли, 1/2 чайной ложки сахара, 3 чайной ложки черного перца, столько же красного острого перца, 1 столовую ложку французской горчицы и 3 столовых ложки 6% яблочного уксуса. Дальше закрываем контейнер крышкой и хорошо его встряхиваем, чтобы содержимое лотка как следует перемешалось. Затем отправляем кабачки в холодильник на 20 минут. Вот и все. Очень вкусная освежающая закуска из молодых кабачков готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.